Да, Леон Киллер в финале. Вот это ничего себе, вот это вау, я вам хочу сказать. Финал, время подводить итоги. Мы посчитали, 2 999 миллионов 999 тысяч раз в этом году сказали, что Перми 300 лет. Еще один, и упоминания сравняются с бюджетами. Быстренько напомню, что мы за команда. Значит, я играю с очень неопытными ребятами. Значит, это с нами вообще 2 игры играет, это 4 игры. Но я думаю, к финалу немножко мозгов появилось. Так что вы не переживайте. Карик, я очень извиняюсь. Я, кажется, за кулисами забыла микрофон. Мне как теперь говорить? Блин, а. Пушечки, кошечки, как стыдно. Что подумает человек с деревянной фамилией из жюри? Блин, а тебя слышно. Я тебе специально микрофон к башке прикручиваю, потому что ты остальные теряешь. Какой еще человек из жюри с деревянной фамилией? Соснин. Ой, это тяжело. Карик, да что ты все время будет тяжело? Я вообще-то все понимаю. Ты просто не хочешь показывать то, что я придумываю. А знаешь, Полина, а пофигу на этот финал. Вообще плевать. Давай реально показывать то, что ты придумала. А давай. Давай. Здорово, Полин, по звуку вообще кайф. Я старалась. Итак, представьте. Подожди-ка. Есть подозрение, что эту миниатюру не репетировали. Репетировала. И вот с этим тоже? Конечно. Ну, давай, объявляй. Итак, представьте, на курсах по самообороне. Так, для демонстрации моих навыков мне понадобится доброволец. Ну, естественно. В общем, самооборона. Строится всего лишь на 4 функциях. Давай, нападай меня. Значит, взгляд, блок, удар и кия для устрашения соперника. Вы поняли главный принцип самообороны. Главное, чтобы у вас при себе был стол. Повторяйте в парах. Может, покажешь, как от ножа защищаться? Давай. В общем, нож надо быстро. Викторович, Горим, есть второй план на игру? Пожалуйста. Слушай, может, покажешь, как от пистолета защищаться? Мужчина, это же первое занятие, не последнее. Показывай. В общем, ствол надо быстро. Ну, не репетировали же! Карик, а я 3 раза попробовал, не репетировали. А ты как понял, что мы не репетировали? Да что-то как-то в голову пришло, что... Значит так, мужчина, спасибо вам большое. Уходите, не надо нам помогать. Значит так, если я ухожу... то мой брат тоже уходит и не будет за вас играть. Какой еще брат? Вы что, братья? Да, мы однояйцевые близнецы. А по второму пнули, я из... Карик, ты обещал нормально все показывать. Давай нормально любую другую миниатюру без качка и виходки. С курткой. Давай! А поймать ребенка с поличным легко, но иногда бывает трудно это доказать. Так, мальчик, стой! Наш продавец сказал, что вы воруете наш товар.
То есть вы хотите сказать, вы у нас ничего не воровали? Mm-mm. А что у вас, сосиски торчат? Опустите руку, что вы ее держите? Это все? Ну, я надеюсь, это все? Как все смешно получается, особенно ты, когда ты молчишь. И ты вот думаешь, вот высшую лигу вот с этим возьму, да? Полина, я весь сезон хочу туда попасть! Гарик, не волнуйся, я за высшую лигу договорюсь. Так, какую камеру смотреть? Ага, возьми крупнее. Возьмите нас в высшую лигу, Александр Александрович Масличков! Полина, я, знаешь, я сейчас стою и думаю, это КВН такой красочный или инфаркт обширный? Полина, мне надоели эти твои дурацкие миниатюры. У нас времени осталось буквально одну показать. И с нормальным человеком. Лех, привет. Не будем делать вид, что друг друга не знаем. Вот, слушай, можешь нам, пожалуйста, помочь вот с нами одну миниатюрку отыграть? Там почти ничего не надо будет говорить. Да, возьми, пожалуйста, с собой микрофон. Все, давайте, Алексей Шальнов с нами сыграет миниатюру. Ой, подожди! Что ты делаешь, мужик? Ну, пожалуйста! Она еще не объявила. Да, что-то вы поторопились. Да я знаю. Я просто только сейчас понял шутку про однояйцевых близнецов. Ладно, я, пожалуй, пойду, Гарик. Лёх, спасибо, что помог. Да не за что. Заканчиваем. Нарисую мелом на асфальте белый круг. На этом месте мы впервые встретились с тобой. Гарик, а ты чё лежишь? Вставай, давай. Полин, а ты знаешь, почему наша команда называется «Леон Киллер»? Почему? Ну, есть одноименный фильм, «Леон» называется. Там Жан Рено играет взрослого мужчину, который учит девочку, Натали Портман, маленькую, учит своему ремеслу. И ты знаешь, чем закончился этот фильм? Чем? Мужик себя взорвал. Я тоже себя взорву, Полина. Гарик, а ты на что намекаешь? Ну, типа, кланяйтесь. Команда КВН «Леон Киллер». Спасибочки.